Дунай расходится здесь по руслу. Каждый рукав входит в море. А, да, три рукава. Она больше. 4. Это быстрое, восточное, полуденное, это большое. Это три. Янкудинова входит в полуденное, соединяется. Три самых 4. Главных, да? Прорва 5. Потапова 6. Вот 6. 6 выходов в море. У меня по профессии моторист-матрос в морях. Матрос, не плаваете сейчас? Нет, я не плаваю, я работаю в нашем Дунайском порту. Большой порт был, порт первой высшей категории был. А потом все это началось распадаться, и в конце концов осталась контора, тоже там быть. И несколько буксиру в Кричах работают, и все. Потом начал Камыш, здесь Вилка за границей к дома кроет, крыши делать. Вот наш Камыш как бы подходит, экологически чистый. Что делают с Камыш? Его чистят и делают еврики, так называются они. Бьют про Камыш, возят пучки давачески, а с него уже в основном женщины делали вот эти еврики и грузят. И в Голландию в основном, в Германию вот туда. Нет, это Румыния. Это, да, у них это островное у них тоже. Вот он там, видите, где вышка, то переправа, село. А ездить при кордоне службы проверяют? У нас, да, нельзя сейчас уже ездить. Вы вообще никогда не ездили. На Румынию? Нельзя. Граница. А так тоже липование живут. Еще нельзя даже с родичами. Так. Нельзя. Ну, надо делать документы, видимо, визу открывать. Да. Да. А раньше деды там уже шулики, двоюродные братья и родные братья. И вот они между собой общались. Конечно, кто-то переезжал туда цуйки попить. Цуйка у них, как у нас самогон, а у них цуйка называется. Ну, у нас, в принципе, Вилка, что она в румынской, в Румынии была. Потом в 40-м, по-моему, году пришли советы. Тут уже начали раскулачивание, как бы, а так Рыбаково, сам рыбацкий городок был. Село даже оно было, не знаю, как называлось в то время, когда бабушки, дядюшки были. Плавни там, огороды. Самые крайние. Все, дальше все, входа нет. Где ли по вам борода? А я же не прописываю. Это со времен липовал. Хоть бы уже попусы бы наклеил. Я ее в стирку сдал. Здрасте. Здравствуйте, с приездом вас. Липование сейчас современные детки. А без коротков, без стирку. Ничего. Закончилось. Алина Никитична. Алина Никитична. Дмитрий Васильевич. Дмитрий Васильевич. Заходите, детки. Заходите, мальчики, попейте. Потом бабушки рождены, сестра, вышла замуж за Туту Вилкова, за казака с Кубани. Где-то в Тарапе даже был. Как он попал сюда? Беглый Екатерина. Я жил раньше, они уходили. Екатерина выделила клочок земли на Дунае до казачества. Вот это мы здесь населились, плавание обыкновенно. Пришел из горсовета при заявлении, подали место выделить на гору. А мы до этого жили в городе.
Приходят четыре кола, тебе забили ширину и длину. Плавня, вода, вот и будь ласка. Грядку выкинули одну, потом вторую. Потом немножко грунт лежался, давай построим домик, давай, потому что там уже невозможно, три семьи жили. Вот. Вручную все это сделано. Машины не подвезешь, ничего. Это в каких годах уже? Первое наводнение. 67-й год? 67-й. Открыли песчаный карьер, так можно было с зилами подвезти до центра, как вы шли, плиты лежать. Да. Вот до этих пор завозишь зилом песок, потом лодку, с лодки до берега, выспал на берег, потом тачки на место. Вот этот дом, вот что у нас стоит, здесь пошло 100 зилов песка. Ого. На третий день свадьбы нашей гости руки мыли на полу. Ну да, гости на третий день пришли, надо купать отца, матери. Вот. А тут наводнение, зима непобедная, наводнение. И гости, воды больше, с-под пола выступать надо было саман, и самана, дом первый. Гостей меньше, меньше. И вот я вышел по кладкам. Тогда воды было, в резиновые длинные сапоги, чуть не набираешь, по кладкам идешь. Это не скоромно, видите, кушать. Это на постной масі. Сахар заховав. Коли ви на завтра будете готувати? Ну, часика в три ночі встану, буду готовити. Часика в три вже буду ставити борщ, жаркові буду робити. Ну, щоб свіженько. Прийшли з церкви, щоб все було готове.
нарекли икону маминому брату старшему, он российский, я Тимошев, жил, самый старший у них. И вот как бы его икона это была. И это перед смертью треснула икона. Не, ну это скажу. Вот. А когда он там жил уже, так икону мама замуж вышла за папу и дали уже как икону матери. И вот в тот день, когда телеграмму получили мы, я ночью треснул вот напополам эта икона. Сама, да? Да, сама. И потом на утро телеграмма на пороге. Я ее поднял, мне было лет 7-6. В классе 6-7 был. Вот, я прочитал ее и захвал, чтобы не расстраивать родителей. Ну, как бы и лег спать, его раненько было. Они на базаре родители были. И потом вижу, мама нашла. И вот ту ночь он треснул. Наречена была икона тому брату. Чего, у нас у Вилков, знаете, сколько покрали икон? Да я же уже сказал, что нас вы обидели. Старички. Особенно не старички, вот старушечки. У вас всех. У сестры в одной, иконы. В другой сестре. Все иконы украли. Молимся Боженьку. Замолить святый Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и помилуй нас. Аминь. Христос рождается, славите, Христос небеси зрящите, Христос на земле возноситесь, пойте, Господи, и вся земля, и весельем воспойте, люди, яко прославися. Спаси, люди, чудодею владыку, мокрое море волною сушил, древле волею жирожся в девы, стезю проход на небесе положи нам, Его же по существу рано Отцу же и земным славим. Рождество Твое, Христе Боже наш, посия миру и свет разум. Всю ночь вода лила, а мы утром не отлили. Не замерзли же вы? Эти праздники у нас чтятся каждого года. Пасха, Рождество, Троица, Крещение. И так люди ходят. А вы еще поумирали, старенькие поумирали. Вы, бедненько, идете еле-еле по кладках, поэтому ну, идете в церковь. Отцу и Сыну и Святому Духу, удивлявшися и роды зря, волков плохой честием. И гнева побеждаше, лето испыташе, расстояние мати. Это водка приготовлена для рыбалки. Сети все. И незременный возраст младенец отцы, Боже нашися, сосы сыхахуся. И источница млечная водержи вахуся, велием веше лютое, тем же благочестно вернее сушедышися, поклонимся Христовому Рождеству. Ну, замолись ты хоть нашего Господи Иисусе Божий и помилуй нас. Аминь. Отче наш, ижеси на небеси, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный должна внесть, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веком. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисус, Сыне Божий, и помилуй нас. Аминь. Стал нас, Господи, и помил. Без числа согрешил, Господи, прости нас грешных. Ну, с праздником. Садитесь, усаживайтесь. Муж, детки и наши гости. Благословите разговеться. Чаточки. Мама, папа, Оля, братчики, невестка, дети. Крестники, благословите Розовеца. Благословите Розовеца.
Благословить разоветься. Благословить разоветься. Благословить разоветься. Благословить разоветься. Семнадцатый день. Без ящика, без установки, без ничего. Хотя у нас вот, конечно, рассказывал, что все, что привезти уголь, да и наводнение. Берем уже, ладно, уголь, там дровы, тачки уже не заставить тебя. Наводнение, это как чрезвычайное положение. Так, чем ты будешь спасаться? Лодка. Какой сын обложить тебя, какой суд ты сложил? Матерь Бога нашего, честнейшую героин слав, ейшую воистину Серафим, безделье Бога, Слово, Рощу и Сущую Богородицу тебя величай. Слава Богу, Сыну и Святому Духу, и Дни пресной Волики веком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Сущий, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. У нас весной красиво. Мы приедем. Весной, приезжайте, красота. Хлопцы повозят вас. Вот сейчас самый период, вот самая красота, весна. Mm-hmm. Все цветет. Весна, лето. Осень — это уже гнилое. Дожди, слякоть. Люди едут, вон, на шлюпку. Это на базар. Вот сейчас я на базар. До рынка можно доехать по каналу? До рынка по каналу, да, по Ерику. По Горького, потом сворачиваю, сейчас роют Ерики. Был
ладно, давай сейчас пройдемся, посмотрим. Каждого бедного палатка, ни хаты, ничего. Ну и снег, рыбак. Смотришь, где лодка, а там рыбак уже доживет. Смотришь, на все лодки тут, смотришь, палатки, да? Все, палатка у меня, и как от него? Аборигены. Вот, это все тут. Станция, все тут живут. Снимай, видишь? По чуть-чуть. Вот, все тут снимут, живут, палатка. Как сейчас пойдем, все посмотрим. А там лодка не ну, прилов такие раньше. Вот, видишь, прилов. Ну вот, карп. И то он должен быть 30 сантиметров. Тогда можно его брать вот от головы до конца хвоста. Вот каждый рыбак протянул тоню. Вот так, видишь, бригадным сидеть. Тот карп, а то и карася, а то и судачка поймал, и уху варит. Бо селедка она надоедает, она. А вот уху совместно, там лодки 3-4, скинули, сварили уху, покушали. Ну так это день и день. А это вы стол делаете еще? Да, это для посуды. Просто для посуды. Надо просто ставить его. А что там 5 дней назад случилось? Расскажите. Ну, вот в большом, 9 утра рабочая тоня, работали лодки. Вот вышли в море сетями, а сети 5 концов, это где-то метру, наверное, 400. Вот. Ну, пока это выбрать все надо. А на взморье мелко, косы. И шумить. Волна такая без пардов, как бы разная, сбойная волна. И, видимо, сети затянуло, стрелку течения исходится. И обычно вот, в случае таких нужно сетки вырезать и спасаться себе. Пускай сети там гибнут. Но много стоит сильно. Это пытались, видимо, скорее всего, выбрать. Вот. А никто не мог подойти. Такая волна, что никто не мог подойти к ним. Перелодку перевернуло. Вот на глазах все это было. И двое вот недавно похоронили. И вот каждый год такой случай. Все, мало. О, опа. Вот эта скамейка. Стой, скамейку поставь. Так, у тебя часть смятой? Да, я смятой буду. Это неделя спокойная полностью. А чего вот? Сейчас на той неделе. Да, тоже можно и песни попеть. Ну, сами видите. Ахахихи. Здесь подколол, когда поругаются, здесь что-то не так. Особенно в то время, когда не мая селедки. Протянул Тони, ничего, потратил бензин, а тебе ж... Заработать, это заработок, все. Вот это 2-3 месяца, это заработок, Тони. Будьте здоровы. На здоровье. Завтраки на... пьют на речке, все. Да. А кто же лысый? Закрыт. Лысому показать. Компот. Давай, наверное, я бахну. Я же такое поделал. Только за молочко заходили. А что, Галина, вы от молока пойдете? Да, Лёжа, что сегодня было от молока? Нормально было. Я поставил. Я сугрел. Толстенькая. Из рыбы котлеты делаете? Да. Все нет. Вы чистые. МГО нет. МГО и МГО. А как вы их робите? Что, прям тут чистите рыбу? Да. На мясорубочку. А если не топориком порубал? Приносим домой. Жена делает, привозим, а мы тут уже... Ветер. Поставим, такая весна была, и вода, а там что ж там низмена. Да. Палатка, мы с Витьки, с Маргоном приехали. Люди все назад, а мы на речку едем. А-а-а. Никто не скажет, что штормовое, назад. Не запрет, не запрет, не должен. Приехали, штормовое, штормовое. Ну, думал, мазуя как-то, может, у того будет, как... А вон, как подул с камнями, дождик такой, чуть не под снег. Вода. Мы, ну, хорошо, что были палатки, хлопцы поподняли. Сели ночью, бутылка вина у нас. На второй день звонит мне кубик черный, фунциклирую это. Женя, лодка потонула. Ё-моё, сетками все.
Ты не в Юканаве здесь? Да, 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 знаешь. Там обрывистый берега. Дай бог ему здоровья такой. Хороший. Одна кичка видная. И хорошо, что кушка зацепилась и камни и не выгнала сетки, да. Сетки не выгнала сетки. Более того, южная граница, она довольно, кстати говоря, близко подходит к Москве, потому что южнее Тулы, не собственно. О, сейчас бабушка тут есть, сейчас мы с ней пообщаемся. Ну, это бабушка, да, из самых старых остались, которые на острове. Пойдет, пойдет, ага. Это племянники приехали. В гости. Хочет трошки про вилку узнать. Где люди как живут, как жили, как обосновывали эти места. Пробуйте венцо. Не знаю какое, но сказали хорошее. Часто туристы вино купляют? А? Купляют туристы? Заезжают, да, покупают, посидят, и бабушки сфотографируют, и на компьютер. Ой, мне бабушка не была тут. Это остров? Да. Анкудиново, остров Анкудиново. А много здесь на острове людей живет? Было, сынок, очень много, до 300, когда я вышла сюда замуж, до 300 это было, домов здесь. Дворов. Дворов, домов. Ну, сейчас дворов много, ну, побросали все чисто. Он когда нас один уже бросил, он там, иди, погляди, заповедник. Там другой, он заповедник, вот там вот. Кругом побросали, старенькие умирают. А молодежь, никто не хочет работать. Да. Поняли? Молодежь никто не хочет работать, а старенькие работают. Вы на лодке ездите? И ездила, и возила, и людей, и катала, и на моторе ездила. Сейчас уже на лодке не хочу ехать. Вот а в город не выезжаете? Ездил, в церковь ездил, конечно, ездил. На чёрт лодке? На лодке, на чём? Вы сами ещё кто-то везёт? Кто-то везёт вас? Ну, конечно, ездят тут Караховский, тут много людей есть, подбирают место и соседи. Я стану на ту кладочку, о, бабушка, я махну, она меня берут. Да, такси. Да, такси наше подъезжает, точно. Христос воскресе! Снимайте молодец! А где же селедки нема у тебя в лодке? Что, не надо тут? Нравится у нас здесь? Ой, нравится! А? Бросайте вы такие к нам! Ну тут же, говорят, у вас отдыхать хорошо, жить тяжело. Тяжело? Да. Ой, трудный вопрос. Он хороший, я могу все ответы, но не хочу. Стаканчика венца не маю, все, и молчу. Есть, давайте. Потонечки вы мои. Угостите Николаевича, хоть я стаканчик с дедушки, бахнем сейчас. Начальство сейчас, скажите, уволить с работы меня. Начальство уволить с работы меня сейчас сразу. Стаканчик венца девицу предложили, можно, Юрий Батькович? Ну, предложили мне и дедушке. Вернее, не предложили, я выпросил. А я шучу, мы так разговариваем. Они говорят, есть, венца не мало. Они говорят, есть. Хорошо. Здоровья и миру вам. Всего хорошего, чтобы вам всегда вашу вы оставшуюся жизнь прожили так, как вы хотите. Вам нравится Витя? Он такой пьянючий, но ему с Богом. Идем дальше. Ну, хороший, идите, да-да, там идите туда дальше, там интереснее. Словилось что-то? Это хороший улов, да? Ну, хороший улов это когда за место сеток одна селедка. Mm.
На сегодняшний день это а как чё, бы нормально. А чё, воду? Карась. Нельзя их ловить ещё? Можно. Ну. Он дёшево стоит. То есть нет его смысла выпутывать, его хранить. А вот. Пожарить тут пока? Ну, сколько? Ну, сколько человек съест? Ну, нехай 4-5 штучек. А все вот со стопковой маслой выбрасывают. Может одним концом протянуть там, допустим, 70 метров, поймать 3 таких ящика. А можешь 10 концов, допустим, на 500 метров, поймать 5 штук или 2. Как какой ход? Как попал по тоне? Время суток. Вот, вот обычно потапывал, всегда шла селедка днем, ночью. Вот ночью, днем тяни будешь 7-8 ловить, а ночью, так я говорю, ночная тоня. А вот сейчас хлопцы говорят, что днем появился. Вон, вон дрова есть. Не-не-не, дрова есть. Вилка вот классная. Я люблю этот город. Я тут родился, моя династия, тут тоже Силариных дед был. Я Иванов, отец у меня с России приехал потом, мать у меня липованка. А тут все липовани, ну, русские, будем говорить. Мы же с Петра Первого, 1746 год. Вилково сюда приехали первые, ну, наши, я не знаю кто, прапрапрапрапрадеды. И вот это все сделали, радость эту, вот это все ручная работа. Нет, и это природная работа, а Вилково вся ручная работа. Правильно я говорю? Вот его, да, это умница, это Липован, у него династия идет липованская. О, я знаю тут всех. Были люди, почитали. Дедов раньше, дети почитали, внуки, все, дедушка это святое, батька это святое. Так сейчас же тоже почитали. Сейчас немножко не так, не будем лгать себе, немножко не так. Счастливо. Счастливо. Христос воскресе. Ну что там, Яковлевич? Верю, а, слава Богу. Гляди, как мы все красота там вдвоем. Холодно, когда печком разогрели сердце. Это наш, это мы. Так зайдите, расскажите, что это такое. А что же тут рассказывать? Ну, живем. Пару слов. Красота, лень. Ветер не дует, дождик не мочить. Да. Вот, часы завел себе, дзвень. 10 часов подался на лодку и поехал рыбалить. Потом к вечеру приехали. Быстренько готовили покушать, покушали. И бай-бай. Ну вот так. Очень удобно. Так что были наши хоромы. Ага. Не говори, ну чтобы отсюда поехать домой. Да, где-то так. Ливен Сентер, да? Ну, каждый день. Чай будет пить? Делай чай. По дежурствам служба? Смотря какое отделение. Если, допустим, у нас отделение есть инспекторов, участковых инспекторов. А вы в каком? Я участковый инспектор. Участковый инспектор? Планер. Что он делает, участковый инспектор? Вот у меня есть свой конкретный участок, и я на своем участке владею, должен владеть всей полностью информацией. То есть рыбоинспекция выехала, я должен знать, что там туда выехало. Все через державную прикордонную службу, все разрешения, все выходы, плавсредств, контроль. Ага.
Я, кажется, на вашу хату крайняя до Дуная. Ну, крайняя хата вот у нас, крайняя хата. А там уже плавнее. Да, вы же есть. Да. Вот, это идет Апошина, а там идет канал, а потом идет Дунай, а потом идет море, наше море, так везде. Вот крайняя хата у нас, деточки, тут. Хорошо у нас, только работано. Вот это, чтобы детки работали. А так, хорошо. Зелень, красота у нас. Ну да, да, да. Вот так, цементы, уголь, все у нас. Могу чем-нибудь помочь? Вы? Да. Вот это я сам строил, а то уже я на судах плавал, мастером был. Тут сын живет, тут мы живем, и с сыном тоже, у нас их трое. Это мы и Женя. В одном месте рыбачим, один сын в другом месте рыбачит. Ну как рыбалка в этом году? Хорошего ничего нет. Плохо. Плохо, да. А почему, непонятно тебе, как красиво? А понятно. Раньше было рыбы море, какая хотишь, в Дунае и по плавню. А что, сейчас же вода вся засорена. В Дунай попадают разные химикаты, все чистые. Со всей Европы. Планктоны не собираются. Питание. Давай. Питание рыбы почти никакое. А то еще это по улицам уничтожается. Все, что запретно, это для нас запретно. А для них это рассветно. Стаканчик, вот будьте. Будьте по-маленькому. За селедочки, а? Да, даже что тут не можно відлипуван без стаканчика пити. Можно. Ну как же, ты еще наша. Ты еще Гапошинского, а? Открывают, как у хохлов сало солят, вот это засолят соли. А у них там селедка засоленная. На зиму. Потом соли, а потом присыпают. Соли вот так ставят. Вот так, наверх. Сверху, да? Сверху. Сверху. Ну, марлечку ставим, потом пресс. Вот такой соли, пресс. И она стоит до самой весны. Конечно, потом берешь ее слишком и соленый. Отмачиваешь, ну, такая вкуснота. Ой, есть стаканчик вина? Да еще картошечку отварить. Или подпить. Да, в мундирах картошечку, это же оно как-то сочетается. Картошку солить не надо, селедка соленая. Ой, красота. И, в общем, полностью эта улица сами делали. Хлопцы выходили и делали. Завод прессон было, да, ЛТП войдем. Было. Ой, ничего, мама, партия, убавим, там. Колхоз, ты говорила? Да, да, да. Что еще у нас было? Порт или как это? Да. Порт же гремел.
Уздунайский. Вот тут же. Я ж поработал. Сколько работы было, люди приезжали. Сейчас вообще ничего нет. Ни порта, ни рыбзавода, ни колхоза. Автоколонна, автоколонна. Ну ничего, ничего. Люди просто выживают. Вилково. Вот сейчас Вилково живет на чем? Камыш и вот селедка. Да, камыш. А лучше попасть на селедку работать, надо 7-8 вложить. Я свое все чисто. Моя лодка, лодка, мотор, моя лодка, мои сети, сетки, мои, мой мотор, где жить мое, все это договариваюсь. А меня дадут рыбаль, я еще плачу налог за себя устраиваюсь, я официально устраиваюсь в трудовой книжке, еще сам себе налог плачу. Оформление лодки выходит... Мотор? Оформление лодки выходит на 1500 гривен, только в год. Просто заплатить за лодку, что она у вас есть, чтобы выехать на воду. Ну как машина получается, техосмотр? Нет, каждый год. Нет. Нет, машина намного дешевле. На машину я сделал права, это на всю свою жизнь. Ну, права, здесь, да, на лодку, через каждые 4, 2, года. 4, 4 года, да? На пятый. Перерегистрация прав. Это тоже идешь, плотишь, сдаешь экзамены, забираешь права, новые уже, и это на 4 года. Человек плотит за причал, да? По правилам вообще, человек должен на причале хранить свою лодку. У нас мест нет. Ничего. Наши родители жили, мы живем, и деточки наши проживут, и внучки. Человеческая жизнь продолжается с рода в род. Выбрал номерок, и со времени идет. Приезжайте, надо, пускай приезжайте к нам. Приезжайте к нам, ради Бога. Давайте нас снимите, мы тут три брата на станции, на скеле. Сейчас, секунду. И хаз один с поломанной ногой, я уже даже заголовок придумал. Братья не бросят брата в беде никогда. Вторую поломаюсь. Давай, где убери ты? На костылях, на фоне Дуная, пошлите. Давай. Ну давай, пошли на фоне Дуная. Давай, на. Как это не попадет? Мы не могли сами подарить. Всего самого хорошего. Ну, да. Я тоже учился когда-то в институте, и что мы будем делать? Учился, одеться, мама родная, чуптана и спиртая. Я люблю просто жизнь. Честно, вот я не знаю, все мы любим жизнь. Я что-то ее люблю. Вот что-то я ее люблю, честно.